Замены кто не АФК плюс чат. Больно, блядь, я АФК. Кирш, заходи на мага. А только Норси предупреждала. Нямка, Норси меня предупреждали, Айзик меня тоже предупреждал. Пройдайся, норм. Перерыв закончился, заходите в игру. Undead Worm, ты новичок гильдии, ты про байры в ближайшее время можешь просто не думать. Вообще на АФК. Шамановские штаны кому надо? Т5. Слот кому-то, да? А, да нет, пока думал. О, Хелфейн, здорово. Да, Делорус вернулся, вот рейдит с нами, что неплохо. Смоньте рейд активнее сюда. Тут два человека нету, Хапрони и Даркиса. Все остальные здесь. Альты в 4, ты в Дисе? Да. Стоп, нету залупа. Я не хочу такую хуйню читать, блядь, в рейд-чате. Да, Делорус, ты потанчишь. Ладно, еще одного РДД за... Undead Worm, тебе лут какой-то нужен, Довайш? Маг это байер? Его самонить или не надо? Маг это твинковато. Undead Worm, напиши и полинкуй вещи, которые тебе нужны. В личку мне желательно. Ну, на Гидроста зайдешь. Нету дарки. Каскер сдавай. Ты опять на шамана никому не надо, такой байер. Голова в раске нужна. Штаны. И перчатки нужны мне. На рогу. А там рога с шаманами идет. Нет, перчатки нужны Искандеру. А штаны?
Нет, у меня тоже четвертый кусок. Ну, я к тому, что там по приору разберусь. Сантей, еще тебе какой суп нужен, там перчаток. Так, ну ты видишь, в этом рейде у тебя приор, наверное, не хватит пока. Так, ну все тут, давайте баф. Ты на боссе, Хелфен, я на этих трех петухах. Стоять, давай, Санте, ЗС, пойдешь сосновый, заходи на варлока. Перчатки ты там точно заберешь, башка уйдет намекаться. Так, че, я в ШП пока что? Да, конечно, первый босс. Так, ты 5, значит, что там, шаман? Не надо никому с штаны. Надо. Кому? Больше всего. Голова на мага надо как-то? Голова на мага не надо. Этот. На вайш, если да, если успеем. Голова маговская. Так, надо СНТС вичнуть. Где Искандер? Кто, блядь, на боссе? Кружок. Все нормально с агром? У него нормально. Надеюсь. Где вага там? Инет отвалился. Зашел уже, да? Да, уже в игре. Еще раз тогда чек на пул. Сантея, бафните всю хуйню на Сантея. Чипсы тут. Короче, ловите рыбу. Не могу пригласить себя на другой группы. 10 напулов, сколько там? 3 ханта. Рыбу пожирло. На кружок напул давайте. С пула точно не должны срывать. Рыбу, да? Да вон она рядом с кружком. Ловить рыбу, нет? Рыбу ловите. Ловите.
Готовьтесь. Надо прыгнуть в воду. Беги, малышка, беги! Лук не раздал. Что к вам попросить, пожалуй? Бага, ты и так путь. Да я вижу. Просто не раздал, не надо путь. Меткости не хватает. Хотя дамский лучше. Ставь групп лут. Не понял, короче. Ты все раздал, да? Да. Нормально. Ближе сюда. Залетай. Ладно, я тебе там написал. Ну, сейчас проверю.
С этими новыми, с какими, не понял. Кончик. Долгонок, Секстан. А. Трэш лучше на Вайда напуливать, на меня не надо. Пытаются друг друга в ЧС заканчивают вот эти вот высказывания про чатик, не чатик, меня это заебывает очень сильно. Я это говорю крайний раз, дальше будет все. Мелизон. Возле Даркис. Возбой висит. Там, где странно человека слышит, который, блядь, там про мамку говорит, что его кто-то оскорбляет. Большой. Давайте нормально. Мы не будем обсасывать вот эту херню, меня это напрягает, завязывает. Если хотите оказаться в муте, в дискорде, в гильде, лучше прямо сейчас это прекратить. Меня в этом рейде трэш вообще не... Сейчас есть.
Зачем ты сейчас смотришь? Броня, не подогревай человека, перестаньте писать всякую херню в чат. Заебали. Сколько раз мне еще надо это повторять? Если вот после моих слов сейчас кто-то начнет в чат что-то калякать, я буду раздавать где-то. Крайне китайская. Ты говорил, что у тебя чат не разделен, как ты видишь, что они пишут? Метку намазываю. Да ладно, Стойте, танки, да. Дайте макбаф. Зачем трёх? Чтоб я... Да я и так не хил. Я тут в рейде чисто батарейка. Сейчас на совете посмотрим. Что, вы угоните, что ли? Справа, справа еще два мага. Прожмите только 4. РДД, встаньте в пульсе. Вон, команду лучше. Маг контролит вчера. Меня ты не забирай. Зачем надо было заходить шаманскую лужу, если у вас там АОЕшка стояла? И дыра в КД повешайте. Вместе дружной толпой стоите под этой АОЕшкой и вас тяжело хилить. Зачем туда еще народ стоят? ХПС. Мне пофиг на твой ХПС. Я умереть не хочу. Ты ж не умер. Потому что я вышел оттуда. А мы в ВВК будем на этой неделе ходить? Ой, там вагон нас выбил. Куда ходить? Не его спросил. Так я вот у Ваги спрашиваю. Блять, если вы будете приходить, мы будем на него ходить, все очевидно, нет? Лучше спасу людей, которых не было, очевидно. Не было, но теперь мне нужен лучший шайник. А он как бы там неплохо. Причем на всех. Пошли бить босса. Так, ты не хочешь.
начнет, я надеюсь, на пульщики на пулка додавать. Когда заканчивается вихрь, обнуляется агро, и когда меняется с демонической на обычную форму. Вот на эту хуйню надо на пул Хеллфейна в кружок давать. Лутер на меня, кинь ебончик. Нет. Дайте макбах. Посмотри повнимательнее, долоранский интеллект. Есть, наверное, мак уже баф. Диковат. Только что в DC говорил. А, все вижу. И просто рейнджер босса и побегает. Войд, поднимай Энжи. Энжи Санте. Луцинь Проня. Шестрый БР раздавай. Рейд там будет на пулу? Я был. А хантов не знаю, я не отслеживаю. Настрой ханты, в чем проблема? Че, Гера, не будем? Че, носить, блять, когда нам было? Дали. Акулы сейчас, когда не вешаем, скажу, когда давай. Не, все, я не хочу в ДЦ. Я вам первая строчка в ДПСе не нравится. Тебе кажется, это бах. На пулы через ребенка. А матч научился? Не хлудите. Следующий на пол после вихря. 3 секунды вихрь. Да-да, я знаю, что я своего не убью. Убей.
Цепуха хилит или что? Давай быстрее. Да, цепух. Цепуха? Да специально. Рофлит. Я лагаю. Повис. Всегда говорят, не надо спамить цепуху на дем... Нахуя это делать? Так цепуха прям в меня летит. Вот же. Я главный! Слышишь меня? Я... Где его? Не убивайте, босс. Остались все еще. Перчи были. Мак Лохант. А чё они мне высвечивают? Не знаю. Две даешь? Ну, я просто говорю, плечи, наверное, ты не маговские сейчас дал. Нет, вначале ушли маговские луку. А-а-а. Короче, я паспорт на свои нажал, походу. Сейчас посмотрю, подожди. Че, танчить не надо? Че, подожди. Ну, говорят, надо хилов дождаться. Хули тогда больше. Он выше тебя будет. Ага, ну ладно. Я не знаю, вы там что, шмотку с босса, что ли, ролите все стоите или что? Групп лут, дальше пул трэш. Все на босса, наверное, смотрят на труп, фапают. Хилы, наверное, ману пили. Да, он нормально. Ну как, я довели. Лакаю, я поселил. Эрлок, скинь мне-то. Да, сейчас. Типа 1600 пинга это очень. Меньше вставай. Ну, я Энджи резал. Ну, там
Оранжут разжидайте. Может, мелики вообще свалит отсюда? Нормальный вроде. Да кого нет, он живот. Еще одного сагр. Что-то больное уже. Бля, вот специально его сюда завел, а там стоят там дед, да, какой-то еще кто-то. Нормально, 10 человек где-то ловит. Там еще один большой идет, смотрите. Нормально. Пойдет. А кто наагривает-то столько? Падаем. Стоп, хил, падаем. Диван есть. Маленько за петами своими смотрите. Там фоллоу можно нажать, он за вами побежит. Не будет стоять там, где не надо. Давай масс-рез. На трэше аккуратнее. Не надо вайпаться лишний раз. У нас времени осталось, чтобы закрыть полностью. И сегодня оно не закроется, то проноса не будет. Ты гонишь, что ли? Инст, который закрывается 2 часа, на него тратится время хер пойми сколько. По каким-то непонятным причинам. Можно было сейчас спулить одного моба, убить его и дальше бить. Баф раздаем шустрее. Паразиты что ли, блядь? Нравка дай, бьём пацана. Мы на совете ж не будем пить сапрот, да? Нет. Не агри пока, подожди. Халява заберем. Да плохой был. С паразитами, а другой плохо. Мелики сразу же раньше наберите, пускай РДшки бьют. Нормально, да? Да, мосс урез, урез не тиковато. Рейндж сразу все набираем, мирики подальше в проходите. РДДшки распределитесь нормально, домажьте. Может, подними его чуть повыше?
Ну чё, братская, заебись стоится, да, в центре? В каком центре, блядь? Долбоеб ебаный, сука. Завязывай, Редвар, не надо так... Хуйня занимается, он же знает то, что, блядь... Ты как РДД не должен был стоять здесь с меликами, ты должен был ближе к мобу находиться. Мелики должны были все назад просто уйти и все. Болезни выбегаете куда-нибудь, где людей нет. Вульфсер, Фоджа, ЛТФ-4 и Даркис. Втроем что ли стоите, что-то непонятно. Даркис, ЛТФ-4, вдвоем стоите, да? Да. Вот, теперь заебись. Теперь резвитесь. Чё там, спала болезнь? Да нету ни на ком вредить больше. Шустрее резаем людей. Мозг поднимаю. Просто отца поднимаю. Санте реса. Чипсы резаем на рядом кабель. Не-не, вот это лишнее. А нахуй он спецом людей убивает, подходит. Отмени. Не надо на трэш ничего писать. Просто типа мне вообще нравится РДД, который, блядь, гасится наверху. И для как? Ну, не успел пробежать. Там мелики по центру стоят. Блядь, подумаем, я стоял. Стоял, блядь, наверху. Почему РДД наверху находится? Я стоял, блядь, на повороте наверху. Блядь, винтабнулся, я ебал, что какой-то хант, блядь, забежит туда, что-то делал. По факту, да? Чтобы стать с краю, ты просто подошел ко мне в упор, блядь, и начал стоять, да? Логика, блядь, розового долбоёба. Можно без оскорблений? По центру стоит человек. С паразитами, да? Да. Левый трэш-пул в углу, который. Thank you.
Заразный, нет? Ясно. С паразитами, нормально. Хорош. Куда, ой? С прохода уже вытягивали что-нибудь, нет? Нет еще. Там еще за боссом стоит трэш. Тут вороночка еще. Но она еще не разрулилась. Патрулю знаю, хрен знает где. О, вот идет. Вот этих мобов пятерых пуляет и все. Не слышал, что, блядь, больше не надо. Там спулил мобов. Ну пусть сюда приведет. У тебя есть пик танка, да, Вага? Ну, на ПВПшный спек, наверное, хватит. Там Сакра на рейд, главное. Да лог есть, ничего страшного. Сейчас я в городе спекнусь быстро. Придут и дам.